Каждый сам по себе, да и то не в попад. Ни барьеров тебе, ни цензур, ни наград. Говорить — говори, или просто твори. Для себя, для людей, для небес, для земли. Только нужен мотив бронебойный такой, чтоб как будто на смену шахтерам в забой. Да и смена уже не на 8 часов, а пока на воротах не звякнет засов, выпуская тебя отработавшим жизнь меры веры в себя. Ты там только держись. Каждый сам по себе, даже если в толпе, на любом непонятно зачем сходнике, с автоматом, плакатом, ребенком в руках и словами о чем-то еще на устах. Ни в слова, ни в толпу не хочу я вникать, правду вместе и порознь с кем-то искать. Правды нет на земле, кто-то верно сказал, он откуда-то истину эту узнал. От того лишь по сути хочу говорить, не за мзду, не за правду по сути творить. Узнавая всю суть из творений своих, будь то дело какое, любовь или стих, мы творим нашу жизнь той, какой она есть, чтобы можно ее было после за честь посчитать. В виде жизни, прожитой не зря, как иные и даже теперь говорят. И за это не так уже грустно теперь, что мы вместе творим. Каждый сам по себе.